военного аэродрома Кульбакина один за другим взмывают в небо Су-25. Нелетная погода пилотам не помеха. Они совершенствуют взлет и посадку в сложных условиях. Туман и пасмурно, но это, пожалуй, лучшая погода для отработки навыков высшего пилотажа. Ведь мастер-класс дают лучшие из лучших. Александр Дякев признан лучшим пилотом военно-воздушных сил Украины за этот год. Свое мастерство передает новым поколениям. Имею право учить молодых летчиков и днем, и ночью от простых метеоусловий до условий, которые сегодня. Так званые сложные метеоусловия при установленном минимуме погоды. После учений к полку наставников прибыло. Сергей Самойлов с багажом налетов 1000 часов 15 лет шел к тому, чтобы получить высший статус летчика. Я могу выполнять задачи в любых метеоусловиях, днем и ночью. Очередная ступенька к совершенствованию мастерства летчика. На обучение одного пилота высшего класса Украина тратит от 5 до 10 миллионов долларов. При этом оплата труда военной и гражданской авиации отличается на порядок. А получив квалификацию, многие специалисты и вовсе уезжают зарабатывать деньги за границу. Все сложно, что мы готовим, готовим, даем допуска, они разу уволились. Они очень имеют большой спрос в других авиакомпаниях в Африке. Мы им подготовили, они уволились, они взяли готовость, им будут тратить деньги на подготовку. Выход из этой ситуации командиры видят только в пересмотре финансирования летного состава. И все. Сложность в том, что оценка труда летчика. Анжела Слободян, Олег Слободян. События. Николаев.